Нейт и покемоны вздремнули и восстановили силы. Давай-ка посмотрим, насколько хорошо я могу использовать этого покемона. Плазма! Хм, не очень хорошо, а? Они сказали, что если я присоединюсь к команде Плазма, я смогу получить сильных покемонов и делать все, что мне нравится. Но этот покемон, которого я получил, он бесполезен. Ну не самоуверенный ли ты, притащившись прямо в оплот врага? Ах, неудивительно, что ты такой самоуверенный с подобной силой. Эти идеалистичные дураки, думавшие, что они спасают покемонов, все пропали. Те из нас, кто остался здесь, все настоящие бандиты, желающие захватить мир. Легендарный покемон, который создал регион Юнова, Реширам. Реширам был зарегистрирован в Покедексе. И другой легендарный покемон, Зикром. Зикром был зарегистрирован в Покедексе. Если у тебя есть эти покемоны, контролировать регион Юнова будет легко, верно? По-своему, я сильная часть этой группы команды Плазма. Люди называют меня Женщина Бишарп. We'll be right back.
в великие планы всегда вмешиваются. Раз встаешь у нас на пути, значит, считаешь нас достойными твоего времени, не так ли? Игнорирование заставит нас чувствовать себя ужасно одинокими. Нет, в смысле, даже если ты встанешь на пути, в этот раз мы захватим мир. Замечен нарушитель. Чтоб ты знал, покемоны, которых я собираюсь использовать, были украдены у ребенка. Какие слабые покемоны. Я просто должна украсть получше. Если мы крадем покемонов, количество тренеров в мире будет понижаться. Тогда у нас больше не будет врагов. Внимание! Внимание! Нарушители на судне! Экипаж, пожалуйста, отзовитесь! Даже если у нас больше нет нашего героя, мы все еще не проиграли! Плазма! Слава команде Плазма! Возможно, если команда Плазма захватит регион Юнова, наш король вернется. Все барьеры деактивированы, и теперь ты можешь пройти.
Ты впечатляющий тренер, раз зашел так далеко. Раз уж ты так постарался добраться сюда, я покажу тебе кое-что. Это... легендарный покемон изо льда. Его имя Кьюрем. Ледяные ракеты, которыми мы стреляли по городу Апеллусит, были созданы силой Кьюрема и технологией команды Плазма. Что ж... ты можешь стать угрозой команде Плазма. Так что мы ликвидируем тебя здесь. Пока я рядом, не сможете... Спасибо за выключение барьера. Это была огромная помощь. Хм, мы просто ликвидируем вас обоих. Что заставляет ваших покемонов так отличаться от моих? Чем дольше ты живешь, тем больше шансов на неудачу. И я не собираюсь проигрывать команде Плазма. К слову, что это за место? Этот покемон? Он такой ледяной? Может ли он быть источником атаки на город Апеллусит? Хм, ты более умный тренер, чем я ожидал. И если у тебя такое восприятие, почему ты делаешь что-то настолько опасное, как проникновение на нашу базу? Это должно быть очевидно. Я сделаю все, что потребуется, чтобы вернуть покемона моей сестры. Это ты тот, кто украл Пурлоина в Асперти 5 лет назад? Если это всего лишь Пурлоин, кто-то наверняка украл и использует его. Почему ты не можешь понять? Есть и другие Пурлоины. Почему ты так зациклился на этом? Это единственный Пурлоин в мире, которого поймал мой дедушка для моей маленькой сестры. Индивидуальные чувства. Для тебя это, возможно, проблема великой важности.
но с перспективы других людей это однозначно пустяковое дело. Сравни эти чувства с величием этого корабля. Сам корабль – это устройство, которое использует силу Кюрема. С этим кораблем в этот раз мы захватим Юнову. Похоже, что Кюрем полностью восстановился. Мы найдем применение слиятелю ДНК. Я позволю вам позаботиться о них, теневая триада. Не связывайтесь со мной, вы были теми, кто проиграл. Команда Плазма! Неважно, куда вы полетите, я не позволю вам уйти! Но что вон там вообще? Извините, что опоздал. Я подозреваю, что они полетели в сторону гигантской пропасти. Гигантская пропасть! Это в глубине 22-го маршрута, верно? Ладно, я отправляюсь. Нейт, ты тоже приходи. Этот покемон... Кюрем, верно? Его голос звучал как-то одиноко. Кюрем! Команда Плазма использует силу Кюрема во зло? Тогда как мы должны остановить команду Плазма? Если Кюрем, как сказал Дрейден, легендарный драконский покемон, единственный, кто может выстоять против него, это Зикром или Реширам. Но никого из них сейчас здесь нет. И вообще, где те, кого легендарные покемоны распознали как героев? Полагаю, я просто должен найти одного из них. Да. Ты можешь попасть в гигантскую пропасть с 22-го маршрута. Ты уже здесь, а? Все, кто пытаются остановить нас, будут убегать прочь, поджав хвосты. Эй, все готово. Мы все собрались здесь. Наконец-то время пришло. Давай, пошли. Теперь ты совсем один. Итак, кого из нас ты хочешь выбрать? Ой, это я, бывший член команды Плазма. Тот, которого Рут попросил быть шпионом. А, да, я помню тебя. Быть бывшим членом действительно трудно, а? Ты знаешь, Энн был так добр к покемонам. И все, чего я хотел, это защитить покемонов от плохих людей. Ну, полагаю... Если мы не сокрушим команду Плазма, тогда к парням вроде тебя и этого Энн всегда будут относиться как к злодеям. Ладно, я выбираюсь отсюда, Нейт. О, спасибо тебе, это так мило. Даже если мы говорили, что это было для покемонов, в итоге мы делали то, что хотели делать.
Пожалуйста, извини меня. Я должен сделать кое-что еще. Иди сюда. Постой секунду. Он сказал, что хочет поговорить с ними, чтобы его старые приятели не пострадали. Ах, я скажу это столько раз, сколько потребуется, пока вы не поймете. Настоящим планом Гердиса был захват региона Юнова. Освобождение покемонов было не более чем оправданием. В случае чего, покемоны пострадали бы от этого. Ага, да. Какая хорошая речь, дедуля. Ты дурак. Мы не собираемся слушать то, что хочет сказать предатель. Ну, это не сработало. Эй! Дайте мне пройти. Что ты говоришь? Хочешь пострадать? Я собираюсь вернуть похищенного покемона. Я не буду слушать злодеев вроде вас. Рут, бывшая команда Плазма. Почему ваши покемоны на вашей стороне? Чтобы защитить то, что важно для вас, верно? Даже если ваши драгоценные покемоны пострадают, даже если это повредит вашим идеалам, сражаться нужно сейчас. Ты всего лишь ребенок. Хватит пытаться выглядеть таким крутым. Неважно. Никто и близко не подойдет к фрегату Плазмы. Устраните их всех. Нейт, как обычно, бери второго. Как он и сказал. Мы сокрушим вас вместе с предателями. Потому что команда Плазма существует, чтобы причинять проблемы. Ох, Плазма! Слава команде Плазма! Твои покемоны в порядке? Тебе стоит взять это с собой. И тебе тоже. Спасибо. Я прохожу. О, похоже, что прибыло их подкрепление. В такие времена, те, чьи сердца ослабли, те, чья решимость колеблется, не смогут достичь ничего. Чтобы спасти наших старых товарищей, чтобы защитить Юнову, мы будем сражаться. Вы двое, идите. Нет, одну минуту. Хью, верно? Насчет покемона, которого ты ищешь. По всей вероятности, он во владении теневой триады, трех воинов, которые появляются в тишине. Понял. И если я спасу его, это поможет вам освободиться от вины, не так ли? Думаю, я помогу вам. В такие времена я верю, что мы были на стороне правосудия. Служив моему королю Энн, я собирался создать мир без войны.
но я был тщеславен и не мог видеть несчастья, что мы причиняли. Вот почему я не могу позволить этому случиться снова.